Все в программе значилось 6 скачек. В первой из них на дистанции 1000 метров среди кобыл, рожденных в Карачаево-Черкесии, победу одержала Жасмин под седлом 13-летнего Эркена Переева. Здесь большая заслуга тренера. Он тренировал, готовился к этому. Лошадь подошла хорошо и выиграли. Вторую скачку дня на дистанции 1000 метров для жеребцов 2 лет в упорнейшей борьбе выиграл Леон под управлением мастер-жокея Мразабека Капышева. За счет жеребца имеет бойцовый характер, борется до последнего метра. Ну, собственно, благодаря этому работе, конечно, коллектива, люди, которые с ним работали, научили этому характеру, вложили все силы. Это их заслуга. Третьими на старт вышли лошади 3 лет и старше. Их ждал заезд на приз в честь праздника Уразабайрам. Здесь резвее всех оказался рыжий жеребец Хардбой, жокей Резван Хатков. Скачка прошла по плану, да, все отлично, все замечательно. Как предполагали, принять, вести в хвосте, смотреть по скачке, а потом убегать. Все вышло так, как планировали. Слава Аллаху, все получилось, выиграли. Следом стартовали кобылы 3 лет, рожденные в Карачаево-Черкесии. Дистанция 1400 метров. Здесь снова на коне, во всех смыслах этого слова, оказался Резван Хатков. Его лошадь по кличке Русалка не оставила соперникам ни единого шанса. Все получилось кобыла точно Русалка так же, как и в предыдущей скачке. Причем не первую. Тактика, две головы. Ипподроме. Я веду, если под получается. Резвана Хатков. Да, веду. Если не получается, вторая Мурзабек Капшу на Кубатоле вылазит. Делаю все возможное. Получилось, что я довел, и на втором месте вылезла Кубатола, тоже наша кобыла. Очень приятно, первое-второе место. Пятой по счету была главная скачка этих соревнований. В честь Дня России на призы главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. Дистанция 1800 метров. С первых метров развернулась упорная борьба. Лошади шли кучно, однако на финишной прямой резвее всех оказалась сенсация стайл под управлением Мразабека Капышева. Ну, эта скачка для нас сложилась легко. Под седлом. Со старта только мы не поспевали первые 100 метров. Но потом кобыла стала на ход и всю дистанцию хорошо с запасом шла. И на финишной прямой у нее оказалось больше сил, чем у остальных. Она оторвалась легко, без посыла, без палки. Занял жеребец по кличке. Выиграла уверенно, легко. Надо признать, все вплотную, в общем, бежали. И это скачка, где 5 человек практически претендовали на первое место. Ушла упорная борьба, так, как должно быть. И это всегда развивает спорт. Прежде всего, в данной ситуации, это конно-спортивное состязание становится и популярнее. И я бы сказал, так, по большому счету, мы начали, видите, столько зрителей. Видите, большой интерес появляется у жителей Карачаево-Черкесии к этим соревнованиям. И, наконец, заключительную скачку дня на дистанции 2000 метров на призы Дружбы народов Российской Федерации выиграл гнедой жеребец Царицын, жокей Хамзат Улубаев. Земля благодатная, я не впервые выигрываю, не впервые выступаю. Люди очень гостеприимные, и пока есть возможность, хотел бы поздравить всех с праздником Ураза-Байрам, всю республику, всех жителей, всех мусульман. И с таким замечательным днем, праздником, который сегодня прошел. В перерывах между скачками многочисленных зрителей развлекали лучшие творческие коллективы Карачаево-Черкесии, исполняя давно полюбившиеся всем хиты и новые произведения. Эрнест Чуков, Далиль Мирза, Архыз, 24.